Меня зовут Юлия Цыбина. Мне 19 лет, я студентка второго курса экономического факультета Белорусского государственного университета. Будущая экономист-аналитик. Юль, извини, пожалуйста, что мы едим, во-первых, мы очень голодны. Ничего, приятного аппетита. Мы тебя уже все знаем, поэтому ты лучше расскажи про социальный проект. Я очень люблю... Мы сегодня уже участвуем в социальном конкурсе, и нам важно это. Хорошо. Я очень люблю свой город, и в первую очередь хотелось бы видеть в нем счастливые лица и счастливые лица детей. Поэтому мой социальный проект связан с детьми, которые живут в детских домах. И мне бы хотелось помочь им развить музыкальный талант. В первую очередь это внимание, заниматься с ними музыкой и в дальнейшем, по возможности, организовать благотворительный концерт. Скажите, пожалуйста, вот как вы предлагаете? У нас же есть музыкальные школы, есть преподаватели музыки в этих же детских домах. Кого вы думаете, что вот надо обязательно привлекать для того, чтобы вот развить? Туда же есть артисты филармонии с какими-то концертами. Что нового вы, например, можете в этом случае предложить? Я пока вот не могу увидеть, в чем новинка, в чем изюминка вот это. То есть это уже все проводится. У нас есть учителя музыки, есть музыкальная школа, где ходят дети с тех же детских домов. И приезжают артисты. Вот что, например, вы лично своей группы товарищей, группы друзей, может быть, поддержкой города могли бы вести? В первую очередь, это живое общение, которого, сколько бы ни было таких социальных проектов, этого недостаточно. Детям нужно внимание. Я бы хотела привлечь своих друзей, волонтеров, может быть, звезд белорусской эстрады. Потому что я знаю, они занимаются этим и с удовольствием приняли участие в таком проекте. Вы, например, принимаете участие в конкурсе «Мисс Минск». Да. И даже вы прошли вот финал, к примеру, вот поучаствовали, не знаю, там стала «Мисс» там, или не «Мисс», но в любом случае приняла участие. Не будет ли такое, что сегодня ты вот говоришь, что я готова принимать участие, а потом, как только конкурс закончился, сказала, так, все, мне ничего не надо, я уже уехала. И либо ты все-таки можешь уже после того, что участник конкурса поехал по детским домам со своими друзьями, сделал какую-то акцию, чтобы это не зря прошла вот эта акция при поддержке и горосполкома, и столичного телевидения. То есть должен какой-то дальше результат. Не просто так, сегодня мы голословны. Мне кажется, нам просто лучше выйти в зал, всем сразу сказать. Да. Каждый день мы это мало, мы в прошлый раз тоже все говорили. Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо большое.